Последние изменения в программу поддержки и кредитования приоритетных проектов были внесены 29 декабря прошлого года, а последние изменения касательно субсидирования в области сельского хозяйства были приняты 19 февраля текущего года. Однако уже сейчас наблюдается положительная динамика по реализации программы кредитования приоритетных проектов. Так, по оперативной информации на вчерашний день, уже подано на рассмотрение 116 проектов на общую сумму 72 257,4 миллиона тенге. При этом на сумму 5,9 миллиарда тенге уже одобрено 8 проектов. В программе заявили к участию 8 банков второго уровня, причем 7 банков второго уровня уже начали прием заявок. Поскольку финансирование идет не только за счет привлеченных ресурсов, но и за счет собственных средств, количество участников превышает тех, которые привлекли финансирование.